Уважаемые зрители моего канала, те, кто присоединились к нашему каналу, переехали в Сочи. Совсем недавно, на днях, я вам показывал две или три аукционные квартиры, которые расположены в жилом комплексе «Адлер» с ценой ниже среднерыночной стоимости по акции минус 5 тысяч за квадрат. Сегодня будет то же самое, только я покажу вам наиболее самые интересные с квадратурой чуть поменьше. То есть 37,8, 40 квадратных метров, они будут наиболее самые интересные. Но прежде чем мы поднимемся на высокий этаж, я запыхаюсь от подъема, потому что пока у нас лифты не запущены. Пользуясь случаем, пока здесь принимают лифт, решил прокатиться сверху вниз вот на таком лифте. Это пассажирский лифт с зеркалом. Вот, но получается по этажам, чтобы не спутаться, то есть этаж технически это первый, вот коммерция. Поэтому на этаж больше будете нажимать, несмотря на то, что живой начинается со второго. Первый этаж. Установили достаточно быстро, тихо, я считаю, проехались. Быстро. Я вам покажу, какие здесь произошли изменения, потому что все-таки в этом доме достаточно многие приобрели здесь квартиру. У нас есть, кстати, чат WhatsApp, вы можете обратиться ко мне. Те, кто уже приобрели в данном комплексе квартиры, я вас добавлю туда. У нас идет обильное обсуждение уже о сдаче этого комплекса, потому что юридически он уже сдан. И уже в феврале месяце начнутся оформление сделки в Росреестре. Пока идет подготовка к после новогодних праздников уже получение всей документации. Что касается территории самого жилого комплекса, то есть здесь расположено коммерческое здание, в котором будет располагаться кафетерий и спортивный зал. Ну, пока это еще обсуждается. Территория, естественно, с озеленением. Вот такие уже деревья выросли на этой территории. В той стороне детская игровая зона, зона отдыха. И над будущим магазином перекресток будет одна общая придомовая бесплатная парковка. Сейчас уже ведется, так сказать, остекление фасадной части будущего магазина. Ну и скоро зайдут на ремонт уже сетевой этот магазин. Удобно, да, ребят, будет спуститься на лифте и попасть сразу, так сказать, в магазин. Далеко бегать не надо будет. Это большой плюс. Сейчас ведется строительство вот такой вот эстакады, которая будет сделана для того, чтобы заехать на общую придомовую парковку бесплатную. Потихонечку как раз к сдаче уже будет все это готово. Там у нас детская игровая зона и зона отдыха. Как выглядит у нас школа 53-я. Выглядит вот таким вот образом. Ну и верхняя территория, да, сверху вернее, детской игровой зоны площадки, зоны отдыха. Детской игровой зоны еще будет с травмобезопасным покрытием сделано. Смотрите, какой здесь вид на горы. То есть можно подобрать квартиру с видами на горы. Тоже очень красивые виды. Все в зелени, очень достаточно интересно. Ну а вот она школа, ребят. Вот эта школа. То есть, по крайней мере, мои дети будут выходить через калиточку, не переходя дорогу, попадать в школу. И это для меня лично важно. Рядом, кстати, магазин «Пятерочка». Ну а магазин «Магнит» для любителей, он расположен прямо в здании соседнего жилого комплекса, который называется «Континент». Там, кстати, ценник, вы сами прекрасно знаете. Порядка 145 тысяч за квадратный метр, в отличие от этих предложений, которые сегодня мы с вами рассмотрим. Итак, мы на 17 этаже находимся во втором корпусе. Давно я вам корпус 2 не показывал. Квартира 37,8 квадратных метров. Дамы и господа, это прямой вид в сторону моря. Планируется она в спальную комнату и кухню-гостиную. Две световые точки. Здесь даже есть место под гардеробную.
Итак, это квартира по 112 тысяч за квадрат, 4 233 тысячи рублей. Можно будет небольшую скидочку еще за нее получить. Но посмотрите, какие открываются здесь панорамы на море. Весь центр Адлера даже виден. И даже частичка стадиона Фишт. Вон она, видите, да? Торчит. 112 за квадрат, ребят, ну вот здесь вот 145 и за квадрат, и таких видов не факт, что будут, а здесь отличные виды, самый высокий этаж. В каждом из корпусов, естественно, есть пассажирский и грузовой лифт. Со второго корпуса вот такая вот парковочная зона, вон он, магазин Пятерка, прям через дорогу. Вот такая свободная зона для парковки. Идем вот в этот первый мой любимый корпус. Поднялись мы с вами на 11 этаж. Соседняя квартира рядом с нашей, потому что у нас квартира вот здесь, а это прямо напротив. Короче, кто хочет стать моим соседом, я уже снимал про это видео, но пока сосед не нашелся. Ждем соседа. Квартира 57,7 квадратных метров с панорамным остеклением, с прямым видом на море. Планируется она в двухкомнатную квартиру. Здесь кухня, санузел, спальная комната, ну и еще одна комната, либо гостевая, либо еще одна спальня. Также здесь есть выход на балкон. Эта квартира стоит 6 миллионов со скидкой для вас, для моих соседей. И вот с таким прямым видом на море. Там солнышко нам не дает немножко сфокусировать, да? Вот прямой вид. Километр здесь идти 15 минут. 6 миллионов рублей. Вот такая квартира на 11 этаже. Дешевле она получается на... сейчас скажу. Дешевле на 460 тысяч рублей. Я думаю, что это хорошая скидка. Поднялись мы на 13 этаж. Покажу вам еще две квартиры. Это тоже у нас получается 37,8 квадратных метров. Такая же планировка, которую мы с вами смотрели. Первую квартиру на 17 этаже. Так вот, эта квартира стоит 4 миллиона 44 тысячи рублей. То есть на нее есть скидка 5 тысяч за квадратный метр. Поэтому... вот такая квартира на 13 этаже. При этом здесь есть балкон. Вот такой будет он. Отгорожен вот по вот эту вот стоечку. Ну, вид на улицу Соколиная, а также вид в сторону моря. Немножко, видите, сливается. Вот. И есть еще одна квартира похожей планировки в эту же сторону. Уже 44 квадратных метра. При этом, кстати говоря, по коммуникациям, естественно, все централизованные, статус квартиры, все такое, но счетчики есть на теплоснабжение, а также на горячую воду. То есть не будет у вас здесь газовой плиты, а также у вас будет пониженный тариф на электроэнергию. Ну и вот еще одна квартира, 40 уже квадратных метров. Она похожа в планировке, только получается у нас... вот здесь вот нет отобранного угла, поэтому она квадратичную такую форму имеет, но по-прежнему из нее можно сделать полтора комнатную квартиру. Эта квартира стоит по акции 4 миллиона 312 тысяч против 4 миллиона 513, которые находятся выше этажом, либо на 10 этаже. Поэтому на нее есть скидка 200 тысяч рублей, я считаю, что это очень даже неплохая скидка. С учетом того, что здесь у вас вид и боковой на море, и также боковой на заснеженные горы. Как правильно ее распланировать, все-таки нужно воспользоваться дизайнером. Если у вас будет желание здесь приобрести квартиру, то дизайнера вам прям все это распланирует в подарок, так сказать. Поэтому выбирайте.
Итак, дамы и господа, мы с вами рассмотрели жилой комплекс «Адлер», его несколько самых интересных предложений по акции. Успейте, они продлятся недолго. Самые интересные квартиры, конечно же, сейчас будут разбираться с такой существенной скидкой. Дом уже официально сдан, остается только получить документацию. В общем, это займет не так уж и много времени, тем более у нас впереди праздничные дни. А после праздников как раз компания уже запустит людей на ремонты. Поэтому, покупая квартиру, вы уже покупаете не стройку, а уже что-то готовое. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Если у вас какие-то есть вопросы, звоните по телефону, который вы видите на экране. Желаю вам хорошего дня, правильного вам выбора. Всем удачи, всем пока.